Всем добрый день! Сегодня мы поговорим про боли при менструации, а также учащенное мочеиспускание. Как можно избежать этой проблемы? Всем известно, что такое тазовое дно. Но мало кто знает, что о нем тоже нужно заботиться, особенно если у вас сидячая работа. А что касается девушки, то подавляющее большинство – это сидячая работа. Что можно сделать? Можно использовать специальные упражнения для тазового дна, например, прокатывание на мячиках или тренировка приводящих мышц. Поверьте, это намного улучшит ваше состояние. Что еще важно помнить? В этой проблеме активно участвует переохлаждение, особенно стоп. Если за 1-2 дня перед месячными вы прошлись по холодной погоде, вымокли и замерзли, 100% вас ждет неприятный сюрприз. Боли будут усиливаться. То же самое касается и тяжестей. Ни в коем случае за 1-2 дня и во время месячных не нужно поднимать ничего больше 5 кг. Это как нельзя хуже скажется на вашем состоянии. Ну и последнее, может быть самое сложное, это избегать стрессов. Если у вас стрессовая работа, постарайтесь там запланировать как можно меньше каких-то важных встреч и решений именно на эти дни. Все-таки здоровье – это самое главное.